Подача в судно пациенту. Отгородить пациента ширмой. Вымыть руки. Надеть перчатки. Обработать перчатки спиртом. Подстелить пеленку под таз пациента. Взять чистое судно, ополоснуть теплой водой, оставив в нем небольшое количество воды. Предложить пациенту согнуть ноги в коленях и развести бедра. Согните, пожалуйста, ноги в коленях и разведите бедра. Подвести судно под ягодицы пациента. Прикрыть пациента простыней и оставить на некоторое время одного. По окончанию дефекации протереть пациента туалетной бумагой. Накрыть судно пеленкой и поставить рядом с постелью. Снять перчатки. Утилизировать. Обработать руки гигиеническим способом. Расправить постельное белье, укрыть пациента. Убрать ширму. Второй этап. Надеть перчатки. Использованную пеленку утилизировать в отходы класса Б. В санитарной комнате содержимое судна, предварительно осмотрев, вылить в канализацию, обмыть судно, емкости. Будем считать, что судно вымыто. И погрузить в емкость номер 2 с дезинфицирующим раствором. Снять перчатки, утилизировать. Вымыть руки. При наличии патологических примесей в кале оставить содержимое судна до осмотра врача.